Ой, мальчики, опять уж вечно дури. Чайку попить, да. Снюр, наверное, придет. Ну, всегда приходит вовремя. Одно и то же время всегда приходит. Ага. Добрый вечер, хату! Ой, батюшки мои, ну, опять все то же самое. Каркин Репина не приплыла. Ну чего? Чего сидишь-то? Не ждешь ты меня? Чего не ждешь-то? Чего не ждешь? Так я тебя не жду, ты кажи, но я тебя жду. Ты кажи, но я тебя жду, в это же время приходишь. Хоть и секунды стрелять можно, не жду. Я тебе уж чай вон налила. Какой чай? Что он лежит, да? Ты понимаешь, какой чай? Какой? Ты чего меня что чай поешь? Какой чай? Сейлонский, майковый, черный. Ага. Ой, ты смотри, смотри, свечерина уже. Я знаю, что свечерина. Время-то какое идет? Какое по времени? Святки идут, святки идут, мимо проходят. А мы еще не гадали в этом горе. Ты опять за свое, а? Опять за свое, за старое. Не опять за снова. Не опять за снова. Давай, не говори ничего мне. Садись вот давай, чайку попьем. Не гармонию вон сыграем. Некогда чаю пить. Мужчины рядом мимо проходят. А мы еще не знаем, какого счастья нас в этом году ждет. Давай, я уже буду. Опять, а? Че тебе опять брендило-то, а? Какие мужчины-то вечно? Куда они ходят-то все? Мужчинки твои. Хоть дойти не могут. Так счастье мимо идет, а я и не знаю, справа и слева подвалит. Надо все знать. Я в этом в телевизоре-то выглядела. Самое верное гадание сегодня будем. Это самое. Опять ты со своим ящиком этим, а? Опять со своей говорили. Опять ерундистику всякую нагляделась, а? Никакая не ерунда. Вот одна баба сказала, все, что нагадала, это самое, вот на Крещевскую-то неделе, все сбылось, все. А она эдакого позагадывала, тебе со стуль не унести. А ты уж тебе развесила, слушаешь всякую ерунду, а? Все, давай, не давай. Сбивай, не сбивай. Давай, яблочко, все... яблочко съешь, урожай этого года, урожай яблочко. Я побывалась, я слазила, достала. Не до яблочков, давай, я все взяла. Что ты взяла? Взяла, все взяла, все у меня с собой. Угу. Вот так. Чё? Все, Матрена, гадать будем. Так, значит, Матрена, не веришь, не лезь. И мне эту удачу не спугивай, поняла? Вот, вот я сейчас себе нагадаю, так как начнет сбываться-то, а ты потом не завидывай, не завидывай. Mm-hmm. Вот так. Mm-hmm. Сиди, фыркай свой чай. Нет, чему завидовать? Да делай ты что хочешь. Делай, что хочешь. А я ничего хочешь, а чего надо буду делать, все путно. Так, значит, начнем с этого самое, самого верного гадания, значит. Сейчас будем этим воском воду топить. Так тут, говорят, сразу покажет, чего должно быть-то. А чего быть-то должно? А вот, это самое, сейчас вот смотри, свечку подожгем. Подготовилась она. Конечно, подготовилась. Все с собой. Знаешь, что у тебя? Ничего не допросишься. Так, ага. Так, вот сейчас свечка погорит. Ну. Вот. Это самое. Значит, воском-то туда капать буду. Вот. И там сразу это будет видно, чего меня в этом году ждет. Да. Говорят, этот даже самолет и тот может показать. Ага. Если вдруг он это... Померещится. Да, а вдруг вот сейчас я и узнаю, на моря поеду, а лето, Аполлона найду, сразу там будет все. А может это автомобиль меня ждет где-то? Ждет там, где-то. Ага, давай. А ты чай-то пей. Да не вынюхивай. Вот. Чужую-то судьбу не лезь. Давай. Так, ну давай, не знаю, нагорело, не нагорело. Ага, капать будем, давай. Ага, так, вот, угу, ух ты, ага, так, что-то вижу чего-то, ага, так, ой, ну? Мужчину вижу, ага, красивый такой, на медведя похож, какой медведь, Аполлон, так, ага, на автомобиле едет, смотрю. Ага. Автомобиль-то так. Где? Ага. Это колеса вижу, автомобиль-то не вижу. Да ты что, большой не влезает тут в миску-то, ага. Так, вон какой, ага. Так, ну-ка давай. Угу. Вот, ага. Ой, не знаю, Матрёна. Ну-ка, чего это? Матрёна. Чего тут? Что тут у Нюр-то есть, а? Ой, батюшки. Сон какой-то. Вот я тебе говорю. Почти розовый. Ага. Сон Нюр. Какой-то. Ой, весь в снегу, не знаю. Ага, ну-ка, а по тени чего там? Ага. Не знаю, груда какая-то. Ко мне и груда, на море поеду. На море поеду, как пить дать. На этом камне я буду сидеть.
да? И это, как соль свою играешь ждать? Да. Сказочница ты моя, как есть сказочница. А ты не верь, не верь, не верь. Потом не завидовать, когда я на лыжных парусах домой-то приплыву. Ага, завидовать будешь. Так, как ну ладно. Доставать мне пришлось. С парусов-то со своих салов. Ерунду не говори. Ну вот, вот видишь, вот это самое. Ну. Вот будем теперь ждать, когда сбудется. Так, ладно. Давай подождем. Вот. Что нам делать-то? Чего делать-то? Пока ждем, и что желание загадаем. Знаешь это чего? Да. Когда этот голубой огонек шел, помнишь, это самое там было? Там надо... Ты телевизор вот опять не смотрела. Mm-hmm. Я всю новогоднюю ночь выглядела. Mm-hmm. Все, кто с кем, как пляшут, все посмотрела. Mm-hmm. Ага. Значит, там надо, знаешь, что сделать? Значит, желание на бумажке пишут. Вот. Поджигают. Потом все, что не догорит, в это, в шампанское это опускают и выпивают. И сразу, говорят, сбывается. Сразу. Ты пробовала? Нет, не пробовала. Сейчас вместе попробуем. Давай. Давай. Не знаю. На, давай, пиши. Так, не подглядывай, не завидуй, не подглядывай. Так. Чему там завидовать-то? Чему завидовать? Напиши сейчас ерундишку купить какую-нибудь. А Аполлон будет опять писать. Да? Люб. Я чё? Не главное, чтоб урожай уродился. У меня одно желание. Да не говори слух, то не говори. А чё? Посматривай, не посматривай. Ага, давай. Так. Я вот то, чё другое напишу, не гляди. Давай. Было бы чего писать. Угу. Так. Угу. Давай быстрее, то давай. Там говорят, пока куранты бьют, надо все. А это никаких бы курантов не хватило, пока тут вкупает все. Ага. Так, ну все. В общем, сейчас давай жечь будем. А ничего, что курантов-то нет? А ничего. Чего, давай ты можешь считать до 12, а я жечь буду. А я? Вот, а я оба сожгу. Вот, а потом, шампанского нет. Так ладно, давай чаю. Ага. Давай чаю опустим. Вот, все, что не говорит, то и выпьем. А ты мою жрать будешь? А ты сама свою жри. Вот. Так, ладно, давай, ты до 12 считай. А другую жечь давай. Будешь, так и есть будешь. Не говори, давай, ерунду-то. Куда мне две бумаги доедать? Так, давай, все, не сбивай. Не сбивай, там куранты не ждут. Давай, я, короче, чиркаю. Ну? Ты рано-то не считай, а то вдруг не успеем. Давай, и помедленнее считай. Куранты быстро не бьют. Давай. Раз. Давай, ага. Два. Давай, быстрее свою-то, давай. Надо было еще полный статик тут спалить, ага. Четыре. Ай, горит. Пять. Ай, десять. Ай, мама, ой, горит все. Ой, мама, родная. Все жгешь из бута. Все жгешь из бута у меня. Не сгорело ничего. Не сгорело. Ну, а у меня что теперь? Как чай? Теперь-то пиво. Придется это все. Ну что, хватит. Я не буду этого пить. А как не буду, не сбудется? Там баба-то вот наш кудря. Все доело, все, что было. Говорят, сбылось. Говорят, сбылось, так еле прямо ноги унесла от счастья. Не ой. Вот что ты мне все. Вот ну куда ты меня ты? Ну ладно, давай. Нюр. Давай. Ой, да за счастье наше, давай. У меня до инфаркта. Нюр. Это я поддаюсь на твою ерундистику на эту. А ну подумай, бумаги жрать буду, не знаю. Зачем мне это? Ну не жри, не жри. А потом у меня сбываться будет? Так ты? Не зови, давай. Где-то в страхе я встала. Ага, давай запей, запей. Нет, мне хорошо прошло. Я тоже все съела. Нюра. Вот сейчас прошло. То все хорошо, ну. Да, вот теперь все хорошо. Сейчас будем ждать, когда сбудется. Ты что, я его уже до третьего кишечника пропустила. Точно сбудется? Точно. Вот. Слушай, Матрёна, еще одно верное задание. Еще? Есть. Да, еще одно есть. Сейчас все расскажу. Убирай давай свой чай-то, мешает только. Так, где она тут у меня, где? Так, не та, вот она. Ага. Нет, уж значит, на сердце заколола. Ага. Нет, отступись давай, у тебя и сердца-то нет. Ага. Так. Куда свечку-то мою поволокла? Хорошая у тебя свечка, да? Да. Так, давай. И что? Нет, ничего, тихо говорю. Не говори ничего. Тут подготовка очень тщательная нужна. Не дыши. Ага. Так. Угу. Так, зеркало. Угу. Красивая я? Ой, хорошо получилось. Буду краше. Ага. Так. Ага. Давай. Вот так вот. Ну что? Так, где вот? Ага. Ага. Так, еще одна. Так.
Вот, дама, ага. Ну-ка, что-то светло больно, пойди-ка свет-то приглуши. Выключи-ка свет-то, давай, ага. Это зачем, это еще? Да тихо ты, не спрашивай лишнего, а сейчас узнаешь, увидишь все. Давай, иди свет этот выключай. Ну ладно, давай. Потемнее надо сделать, чтобы смеркало все-все. Ага. Ладно, давай. Давай, иди, шурши. Сейчас будет все. Ага. О, вот так лучше стало. Иди-ка давай сюда скорее. Ага, давай. Иди садись. Ага. Вот, давай в зеркало смотрись. Вот, в зеркало давай смотрись, давай. Ну. Вот, и говори, тихим шепотом говори. Пиковая дама, приходи. Пиковая дама, приходи. Пиковую даму сейчас вызывать будем. Как на духу нам все расскажет, чего нас, где, чего, как ждет. Давай. Пиковая дама, приходи. Нюра. Чего? Ты что там? Совсем ополоумела. Да чего ты все испортила-то? Сейчас вот она там испугалась и не придет. Ну, Нюрка. Чего наделала-то туда все? Чего наделала-то? Я тебя сейчас... Какая дама, а? Иди домой к себе. Да, хоть этого, хоть черта лысого там вызывай. А что раскричалась-то? Ну, а что какой-то... Ну, да придет она потом. Что я делать-то буду? Да чего делать-то? Пришла бы женщина, рассказала нам, как дело все будет у нас. Я и без нее все знаю. Что ты совсем с ума сошла? Собирай манатки свои. Собирай там все. Ой, сердце встанет. Ну не бери ты близко к сердцу, ты так не бери. Ладно, не понимаешь ты меня? Не принимаешь ты меня? Пойду в бане у себя погадаю. Вот ты мне опять все сбила. Так, ладно, надо еще одно гадание верное проверить. Откуда счастье ждать? Пойду хоть на дороге валенок покидаю. Куда носиком упадет, так оттуда и сватов ждать. Оттуда и счастье пригребет. Надо сразу знать, справа, слева. А ты вот потом услышишь потом, что счастье-то это самое ко мне идет. Так не завидывай потом, не завидывай. Спички тоже заберу. И ручку не оставлю. Вот так вот. И листок мой был. И яблоко одно возьму. Конфетку что возьми, Любочка? Не, до конфет мне. На улочку пойдешь? На улочку пойду. Вот так вот. А я вот, знаешь, Нюр, что думаю? Может, мне тоже с тобой сходить, а? А чего ты? А чего со мной идти? А Ванечку покидаем с тобой вместе. Да, конечно. Ишь, какая. Я тебе компанию составлю. Ишь, какая. Чего раздухарил-то, Нюр? Раздухила роток на моих этих самых, как это, на мое приданое. Давай, все. Да. Ничего, может, свое выиграю, Нюр? Нет, я, пожалуй, с тобой схожу. Тебя в таком состоянии тут отпускать нельзя. Нет. Конечно. Пойду с тобой. Давай, пойду фуфайку накину. Сейчас фуфайку накину. Давай. Сейчас накину. Так, подушки сейчас накину. Ой, тороплюсь. Заторопилась она. Как узнала, что собираюсь на сватов гадать, так заторопилась она. Завидывая. Нюр? А, в какую сторону кидать будем, Нюра? Так я не знаю, как-то надо вроде как бы кидать, потом узнаем, с какой стороны. Я вот туда буду кидать. Ну, надо. Давай туда кидай, куда? Давай. Левой, правой? Право буду кидать. Ну, давай, право кидай. Ага. Давай, пока не видит никто. Ага, давай. Давай, кидай. Опа! Нюра? А, я кажется, кого-то убила, Нюр. Я убил кого-то, Нюра. Да ну отступись, вот живет, что не новый был. Да, ты думаешь, ну ладно. Ага. Давай теперь ты. Давай, ага. Давай снимай валенок-то. Ага. Куда будешь кидать? Какой, левой, правой? А давай я левой сниму, ближе к сердцу давай. Ближе. Ага. Давай. Так, не знаю, куда кидать буду. Давай. Давай вон туда кидай. Вот туда за елку. Туда? Да. Ну давай вот туда за елку. Давай. Давай. Ага. И опачки, ага. Там жук стоял. Где? А вот там, Чула. 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 Нюра. Матрена. Шухер. Нюр, подожди меня, Нюра. Подожди, я не умею. Ой, матрешка. Вот так ничего себе. Говоришь, старая ты, старая. Видал, как побежала. 100-метровку поди за 2 минуты взяла. Еле догнала тебя. Нюр. Да вот куда встанет-то? Она уж в пятке у меня так. Ой, дыхание совсем. Ой. Вот послушай, я тебя вечно послушаю. Я говорю. Слушай, Матрёха,
А видела, бежал за нами такой, большой, красивой, статной, ноги длинные. Может, это счастье наше было? Бежал, кричал чего-то. Да, ты слышала, куда он тебя посылал? Слышала? Ничего я не слышала. А я слышала. А куда ты? Далеко послал. Далеко. Ага. Да, вчера офигеть, ты успела, Нюр. Как я твою. Оглядывалась? Ага. Вытащишься ты, моя рука. Наверное, он и был. Там убежали от него. И бог с ним. Целый хоть остался. Ой, Адриана. О. Отдышалась? Ой, да вроде как. Ну, пошли, коли так, мы с тобой. Куда? Катаньки собирать. О, катаньки ты забыл совсем. Ага. Новые у меня катаньки где были, а? Ну вот как знала, как знала. Ой, только с тобой свяжись, а? Как знала, Витя.